Закрыть беларуска-украинский участок мяжи для контрабандистов и криминалу, модернизовавший погранкомитет за кошт новых мобильных и боездольных подразделений, маневренных групп. Такие пропановы внесли сегодня Совет безопасности и пограничный комитет. Керавник державы подтвердил саму необходимость узмацнения обороны границ, але запотребовал до человека пролечить необходимую колькость таких подразделений. Главный критерий – эффективность и отдача от новаций. Механичного повеличения не будет, отзначил Александр Лукашенко.